Добрый день, дорогие друзья! Сегодня прошел дождь, сегодня 18 июля 2023 года. И вот такими красивыми каплями дождь, вода находится на очень красивых распускающихся соцветиях гортензии «Белый медведь». Она только-только еще готовится к распуску этой гортензии. Третий год, то есть она еще тоже небольшая, белый медведь, достаточно гортензия, может быть, до 2 метров высокой. Также она славится очень хорошей зимостойкостью, до 35 градусов и даже выше. И вот сейчас большое количество бутонов мы видим на данной гортензии, которая скоро распустится. Я хотела бы рассказать вам немножко о моем клематисе, пока он сейчас находится вот в такой активной фазе цветения. Он растет у меня как бы немножечко здесь и тень, но в основном солнце, потому что клематисы очень любят солнце. В ногах у него также кора, ну здесь вот, наверное, из-за уже большого количества отростков ее не видно, но так здесь, конечно, он замульчирован очень хорошо. Клематис очень любит хорошо покушать и хорошо попить. Удобрения все те же самые. То есть это, конечно же, азот, и фосфор, и калий, которые продаются, в принципе, во всех садовых центрах.